Ну что ж, здесь вы помоложе. Присаживайтесь. На музейную мебель? Да ну подумаешь, а что с ней будет? Чем могу? Я насчет подпаска с огурцом. Насчет кого? Картина, так называется, подпасок с огурцом. Ну, вы знаете, честно говоря, первый раз слышу. Ну, нет, так нет. Это у вас Эль Греко. Он самый кардинал Фернандо, великий инквизитор. Знаете, я, честно говоря, в живописи не очень. Но тут вот сразу видно классика. Понимающие интуристы, те просто ахают, сразу за фотоаппараты хватаются. Да, серьезный старик. Да. А вы знаете, что его недавно пытались вывезти за рубеж? Как вывезти? На самолете. Ну, для маскировки переодели подпаском. Каким подпаском? С огурцом. Да нет, подожди, ну что, вы разыгрываете, что ли? Да вот же она, картина. Точно ли она, товарищ Пчелкин? Да нет, ну, конечно, она. Да нет, ну, безусловно, она. Ну, что, ну, да она вот так уже безотлучно лет 10 висит. Если бы безотлучно. Почему вы не сообщили о краже Управления культуры? Не понимаю. О какой краже? О краже 7 картин из коллекции Таланова в прошлом году. Так не было никакой краж. Ну как же не было, когда была? Ну нет, ну не было, не было. Да мне сообщили об этой краже в милиции через 5 минут после приезда. Так это была не кража. Была попытка кражи, причем неудачная попытка, которую ваши коллеги пресекли буквально тут же. Вот, как видите, все вернулось на место, ничего не пропало. Это еще большой вопрос. Придется забрать вашего кардинала, чтобы специалисты могли проверить, какая из картин подлинная. Ну, знаете, это тогда вам придется забрать и меня. Эта картина представляет огромную ценность. И вы уж извините, но мне придется ее сопровождать. В таком случае я буду сопровождать вас. Выезжаем утренним поездом.